Ребят, всем привет, с вами Александр Дино, Хантер Дели Шульц. Вы меня вот спрашивали на стримчике, когда мы были в турнире за Индоминуса, где, вот они где. Да, я сказал, тогда думал, что на 15 уровне, но на 13, но от этого ничего не меняется, потому что после 10, в принципе, все одинаково. Ну, давайте, немножко, там, какие-то 10 минуток, почему бы и не уделить. Так, серия автоматов есть, давайте добьем, там, 3 нам... Победы нужно одержать, хотя тут довольно-таки сложно как-то стало. А потом у нас пойдет серия луков. Там, наверное, будет еще сложнее. Так, 5 траодонов. Ну, траодоны это же такие гады. Так. Давайте я себе добавлю яркости как минимум. Хорошее начало, ребята. Нормалек такой, прям снайпер элит, ёшкин кот. И готовенько. Так, что тут рекламят? Battle Warship неинтересно. Так, первый бой легко прошел. Два молодых альбертизаврика. Так, это как синраптор или как там они были? Желтенькие. Может быть печально. Динозавр из Альберты. Так, ну они далеко стоят, это радует. Надеюсь, тут ближе никого не было. Такая легкотня, странно, блин, а в прошлую серию нас так жестоко обижали, а здесь вообще все легко. Это хорошо. Так, все, мы тут добились серию этого. У нас есть какое-то особое событие, давайте пойдем его закончим. Это 6 авирапторов, и нам дадут какую-то волну. Испытание оружия Флиа 2. Давайте опробуем. Я всегда рада пробовать что-то новое. Чего? Офигеть, оно валит. И дальность дичайшая. Можно я этот уровень не буду заканчивать? Офигеть, я хочу себе такую волыну. У нее еще есть массовая какая-то зона поражения. Блин. Short подюри. 750 кристаллов. Да где мне их взять? В этой игре вообще золотыми монетами какая-то беда. Так. А по-моему, бывают взломанные Дино Хантер, там, где все открыто. Кстати, если там открыты золотые монеты, то вот стоит поставить, чтобы было интересней разными видами оружия посражаться. Ладно, давайте мы сейчас в магазин оружия зайдем. За 97 миллионов всего лишь купили лучок такой дешевенький. Это что, какие-то африканские доллары? Так, давайте сейчас возьмем стандартный, наверное. Попробуем 4 авираптора со стандартного завалить. Если у нас получится, конечно же. Да, что прикольно. С одного удара авираптора. Хорошо, хоть не два. Не две стрелы надо. До свидания. Неплохо. Неплохо, ребята, неплохо. Так, ну, сейчас
Гуанозавры. Да, подожди, я же про них читал. Гуанозавры. Это же такая же ситуация, как с урхозавром, воэрхозавром, да. Это вообще-то какой-то кентрозавр. По-моему, именно про гуанозавра информации нет. Блин. Что, меня хотел убить? О, черт, от такого поворота я не ожидал. Это было больно. Ну да, помните, как в Jurassic World Evolution стегозавры, там кентрозавры, анкилозавры, они хищников валят так, не кисло, на раз-два. Так, вообще-то, лучок бы я улучшил. Черт, он развернулся. Я мажу, мажу, ребята. Этот бежит на меня, это нас и спасет. Ха-ха-ха. А вот убегал бы ты. И у меня были бы проблемы. Неплохо, достойно мы отстрелялись. Лучок бы нам, конечно, прокачать. Улучшить. Ух ты, подождите, что это было? Реклама какая-то, я закрыл так на автопилоте. Прицел ночного видения. Давайте все на два уровня увеличим. Капец, я потратил 200 лямов. Ладно, идем дальше. Три молодых тенантозавра. То есть это типа мутабурозавра, что-то тенантозавра. Окей. Вот один, вот два, вон три. Ну, начинать нужно с самого дальнего, получается. Так, стоять. Вот так вот. Вот это снайпер элит. Прямой хвостик. Так, главное, чтобы хвостик не отпал. Фу, так, 4 траводона. Так, траводоны, наверное, вряд ли будут с одного выстрела ложиться. А верапторы ложились, если бы эти гаденыши ложились. Так. Нет, ложатся. Вот смотря куда попасть, получается, да? В яблочко. Ну, хорошо, у нас идет лук. Так, гриппозавры. Тоже типа мутабурозавры. Такие крепкие ребята. 4 штуки нужно положить.
Офигеть. Стоять, гаденыш. Ну. Офигеть, то есть он так убежал, что я его не вижу. Блин. Ну ладно. Это не беда. Неплохо. Первый вернулся, это вообще меня порадовало. Снайпер элит продолжается. А там какая-то мелочь побежала пернатая, ребята. Так, на этом истерику заканчиваем, а то пишу с телефона, сейчас как зависнет, будет обидно. До скорых встреч.